взагалі, що ми скажемо про таку позицію? Якщо ця жінка дійсно завагітніє, то я як порядна людина повинен з нею одружитися, то може одружується з інших причин. Щоб ця дитина ця була, по-перше, щаслива. І люди, чоловік, жінка, дитина. Мені ізначально жалко ребенка, папа которого жениться на мамі і становиться його отцом, тому що він просто настоящий мужчина. Когда мужчина любит женщину, он хочет от нее детей. Когда это игра, то ребенок становится игрушкой, частью этой игры. И если действительно забеременеет, да, вот, а если забеременеет? Тут еще вопрос ответственности. Потому что я почему манипулирую? Потому что мне страшно. Мне страшно быть в контакте. А чтобы быть в контакте, да, нужно взять ответственность за свои действия, за свои поступки. Потому что если я себе признаю, что все-таки я хочу, чтобы она у меня жила, родила ребенка, то мне же придется с последствиями встретиться. Это хорошо, если ребенок родится, как удобный ребенок, как вот сейчас любят очень модно родители говорить, хочется удобного ребенка. Но если родится удобный ребенок, он будет кушать и спать, и так лет до пяти. Ну, не отвлекать папу, маму, ну, потрясающе. Если все-таки, как, ну, как это происходит, ребенок начинает ночью плакать, ты не высыпаешься, о том, что твоя жена немножечко поправится после родов. Немножко будет подуставшая, и ты не сможешь жить, как жил до этого. Придется где-то в чем-то себе отказать, да, и растить это маленькое создание. А это ответственность, это последствия. И как бы с чем я сталкивалась достаточно часто, такие мужчины, когда как бы рождается все-таки этот ребенок, они потом не как бы уходят. Потому что встреча с трудностями, нет, это переключение внимания, все, а здесь проблема, я пошел. Взагалі в нашій культурі діти – це такий, на жаль, великий привід для маніпуляцій. Дуже часто використовують дитину в якихось своїх, так? Розмовах, у своїх взаємодіях. Ну так діти все це зеркалять. Откуда діти навчаються маніпуляціям? Коли родители говорять, боже, що з моїм ребенком, психологи, поработаєте, ну... Дітям не нужны психологи. Діти – отражение сім'ї. І вопрос важно задати собі, родителі. У вас такой ребенок, вы его не купили в магазине таким, вы его таким воспитали. Можно долго родителям читать лекции про детей, да. И на самом деле, если есть форма манипулятивного поведения, папа, маму, ребенок это видит, он впитывает, а потом, естественно, это проявляет жизнь. Так вот, некоторым родителям рассказываешь там лекции, да, некоторые слушают, впитывают, что-то делают, некоторые слушают и уходят. На самом деле, можно очень много рассказывать. Есть разные школы воспитательные, развивающие. Одни говорят одно, другое, другие такое же, но немножко по-другому. Самое главное, с моей точки зрения, что должны осознать родители, это про то, что их ребенок имеет право. Право на свои границы, право на свои чувства и эмоции. И он имеет право быть таким, какой он есть, и он растет, а не таким, каким его хотят сделать родители. И это тоже... Я хочу тебя изменить, переделать. Это не про контакт. И поэтому мы такие, вот когда мы такие взрослые, и кого-то что-то не устраивает, говорят, вот он манипулятор, или она там холодная, или она там... Ну, на поведенческом уровне это так. А если пойти немножко глубже и спросить, а что было с этими детьми, что они стали такими взрослыми? Все. Немножко по-другому тогда как-то выстраивается... Тогда связь появляется, тогда манипуляции уходят. Тогда, когда задаешь себе этот вопрос, ты можешь связываться с человеком из другого места. Ну да, у него есть это поведение, его таким воспитали. Що скажемо, перш за все доцільно послухати себе, зрозуміти себе, чого саме я прагну, чого саме я хочу, і тоді вже від цього так розбиратися. Ну, тут как бы работы достаточно много. Можно начинать там с маленького, что я хочу действительно в этой жизни, задавать себе эти вопросы. Но если ты в отношениях, ну, это страшно, да, признаваться себе в чем-то, честно. А может быть, он ее действительно любит. И задать себе честно этот вопрос. Если нет ничего, и ты мне удобна, тогда получайте ответ. Манипуляция на манипуляцию. Или просто ты ее не любишь, но неудобно отказать. Вопросы границ, скажи нет. Потому что мы отличаемся от детей, да, от вот этих вот детей, которых травмировали, да, в детстве нас там воспитывали, сейчас мы не можем выстраивать отношения. Мы можем выбирать, ребенок выбирать не может, а он может выбирать. Ну, другая тема, что выбирать некоторым больно, и это тоже сложности, но хотя бы пусть начнет с того, чтобы честно признаваться себе, нужна ли ему вообще эта женщина. И ничего нет страшного в том, что если он честно скажет, что ну да, не нужна. Thank you.
Мій чоловік про всяк випадок не робить жіночої роботи, не прибирає, не готує. Хоч як сам вдома, коли я у мами, все в нього виходить прекрасно. Та міло. Да, интересный такой момент. Вот последнее время вот я как бы думаю о том, что о своем проекте, да, таком, где, который называется «Женщина в штанах, мужчина в юбке». Что происходит иногда с мужчинами, когда заходит женщина с железными яйцами и в штанах? Тут, ну, как бы тут два варианта. Тут вариант либо пришла мама, и я могу все это положить, либо когда я что-то делаю при женщине, я не знаю, какой здесь вариант. Здесь, ну, здесь может много разных. Я не могу сказать, что вот именно только так и есть. То есть есть представление, что либо мужчина видит, когда женщина приходит, и он, понимаешь, что пришла женщина, вот она должна, вот она может, он ее воспринимает как вот как свою маму, как заботливую, и бросает все и говорит, заботься обо мне. Ну, может, ему просто лично хочется заботы. А когда он сам нужен, он голодать будет. Потому что я знаю таких мужчин, которые, когда даже сами они истерят, им сложно суп нагреть. Они лучше пойдут там готовой еды где-то купят, чем готовую еду разогреют. И это есть. С другой стороны, может быть, просто когда он делает сам, он себя чувствует свободно. Может быть, есть такая, ну, доминантного отношения. То есть, когда ты что-то делаешь, я могу, ты вот не так чай, вот я, он станет чай заваривать, а жена говорит, ты не так чай завариваешь, да, я. Ну, это тоже как бы вот такие из детско-родительских отношений. А ты сейчас жаришь сырники, не так, отойди. А и пол ты моешь, надо мести от двери, к окну, а не к окну от двери. И просто если вот, например, в их отношениях имеются такие претензии, то, естественно, мужчина сдувается. Она уезжает, ему свободно. Ну, тут два варианта. А может, просто заботы хочет. То есть, ну, когда женщина долго отсутствует или куда-то уходит, приезжает, но мужчина за ней соскучился, и он говорит, позаботься обо мне, пожалуйста. Дружина тікає до мами, як тільки щось пакує речі після кожного скандалу. А потім я, як дурень, квіти, косметика, парфуми, молю повернутися. Навіщо ці сцени, бо колись мені набридне. Антон. Ну, хочеться сказати одно, Антон, держитесь, коли вам це набридне, то парфуми і пісні під окном буде виконувати вона. Така жорстка маніпуляція. І це теж про страх контакту. Тобто, і це про те, що я не знаю, як вирішувати конфлікти. То есть, хоп, если что не так, я побежала. Ну, такое достаточно детское поведение. Ну, просто когда мы взрослые находимся в состоянии детей, то ну, о какой семье, о каких взрослых отношениях, там, сексе или еще чем-то может быть речь. Ну, еще дети. Что дети делают? Один другому ведром по голове дал пластмассовым, та побежала жаловаться. Мама, иди сюда. Ну и все. Потом, ты извини, пожалуйста, я тебе новое ведро куплю. Хорошо. Вопрос в том, что самое больное место у нас, да, очень... И причем это из разных структур характера нашего выходит. Мы боимся потерять контакт. И когда, и опять-таки, возвращаясь в детство, возвращаясь в сценарий, мы находим партнеров, которых мы зеркалим. И здесь про потерю контакта. То есть, может быть, этому парню было известно, когда в детстве, если ну, что-то с ним происходило, когда он что-то делал не так, мама разворачивалась и говорила, все, я пошла, а ты сиди здесь сам в этой комнате, то есть я тебя бросаю. Может, как один из вариантов такой был. То есть, ну, всем родом из детства. Если говорить о взрослой жизни, то это манипуляция. То есть она не умеет по-другому. То есть у нее есть модель поведения, что когда ей становится страшно, она это не может переживать. Или когда ей становится слишком, она не может выйти вперед и сказать, давай поговорим, что мы чувствуем, что происходит. Ей легче взять, но это есть такая структура характера, как называется, структура автономии. Если ей что-то ей некомфортно, ей что-то не сдуло, и нет. Причем молча или там с переключением внимания, с манипуляциями, просто сдувает. А он попадает на это. Ему где-то это известно. И ему становится больно. И единственный способ, который он для себя знает, ну, по моей фантазии, это пойти и возвращать. Пойти и задабривать кого-то, все-таки вернись, потому что мне очень не хочется тебя терять. В конечном итоге, когда ему это надоест, и это, ну, просто вот можете проверить Антону, честно. Проверьте, не побегите один раз. Через неделю будет и сидеть в слезах. Потому что пока за мной уходят, я царица. Как только тебе говорят, иди нафиг, сразу весь царизм вот этот вот наигранный, он сразу уходит. Сразу, а, не побежал. Поменяйте немножко модель поведения и посмотрите. Если что, пишите на передачу, получилось или нет. Чоловік маніпулює сином, стосунків у нас не дуже, я хочу піти до іншого, але боюся, що і правда будуть проблеми. Він такий, що може, без підпису. Я буду ділитися фантазіями, не знаю на самом деле, яка ситуація в сім'ї, але якщо, наприклад, мужчина знає, да, муж знає, що жена хоче пойти к другому мужчині, ну, як-то ви представляєте, що з ним відбувається?
Понимаете, как у нас есть такая вот какая-то, наверное, с детства заложенная привычка, или я не знаю, культуральная, что нужно, что мы вымещаем зло на слабых. И очень часто родители вымещают зло на своих детях. И когда, ну, если мужчина знает, что женщина от него хочет уйти, очень часто в этих разборках попадают дети. Детьми начинают манипулировать, детей начинают унижать, потому что разобраться они между собой не могут, а при помощи ребенка можно, ну, манипулировать. То есть, опять-таки, в вопросе, он манипулирует сыном как? Он манипулирует в их отношениях и делает его как игрушкой? Или он просто относится к своему ребенку из манипуляции, типа, там, пойди, сделай, там, стой, туда, ну... Если он манипулирует ребенком в отношениях, она хочет уходить, то, ну, надо, наверное, тогда решать что-то. Уходить, может, забирать ребенка. То есть вопрос, то есть это, мужчина так себя защищает, ему больно. Если он знает, что такое может быть, ему просто больно. И он начинает искать любые формы, чтобы сделать больно ей. Тут еще другой есть вариант, другой есть вопрос. Когда женщина понимает, что у нее не один ребенок и муж, а такое слышишь от клиентов, у меня двое детей, мой муж и ребенок. Ой, они тогда между собой тоже там тусят, манипулируют, одергивают друг друга. Поэтому здесь, опять-таки, вопрос выбора. Можно сидеть тогда долго ждать и вариться в этом. Но это, опять-таки, выбор, что ты выбираешь. Сидеть вот в этой каше, либо набраться сил, смелости, глубоко вдохнуть и понять для себя. Если ты хочешь жить с другим мужчиной, ну иди живи, забирай ребенка. Потому что на самом-то деле нами манипулируют тогда, когда мы это позволяем. Если вы не будете позволять собой манипулировать и не будете реагировать так болезненно, если вы понимаете, что это манипуляция и манипулирует вашим ребенком, если вы уже это осознаете, вы уже взрослый человек тогда, чего вы ведетесь? Скажите, слушай, ну хватит уже манипуляций. Давай поговорим, как взрослые люди. Ребенка в сторону. Дело не в ребенке, дело в нас с тобой. Мы будем с тобой жить вместе или не будем? Либо мы что-то налаживаем, либо давай расходиться, ребенок ни при чем. Ты отец, я мать. И давай его любить, а не загонять. Приємно все ж таки, коли життя не трапляється з нами, а ми його будуємо на свій смак. Бо реальність існує незалежно від нас, доти, доки ми з цим згодні. А ми чекаємо на ваші історії та питання. Життя ще простіше, не прощаємось.